В рамках проекта «Гражданин страны Росатом» и проекта «Мой любимый город» по инициативе главы Десногорска Андрея Шубина и руководителя градообразующего предприятия «Смоленская С» Павла Лубенского появился замечательный проект благоустройства территорий второго микрорайона «Двор домов 18, 21 и 22». Проект обсуждался десногорцами на интернет-площадках «Десногорск пресс-служба», официальные сайты администрации города и МУП ККП, а также просто объявления на подъездах домов. Проект был вынесен на голосование. 87% жителей города, в том числе и второго микрорайона, поддержали данный проект, соответственно, с некоторыми корректировками. Чтобы игровая площадка стала комфортной и безопасной для детей, все старые архитектурные формы уберут и на их месте установят новые, современные. Самые сложные работы уже выполнены. Была реконструирована бетонная конструкция совместно с подрядчиками. Все это было оформлено, разукрашено. И в настоящее время ведутся работы по визуализации сказочных персонажей нашим дизайнером-художником Анастасией. На данный момент над оформлением архитектурной композиции работает художник. Для декорирования данной конструкции мы решили использовать сказочных персонажей по мотивам такого произведения, как «Лукоморье». Для реализации данного проекта были использованы акриловые краски, которые предоставлены администрацией. Они выдержат абсолютно любые погодные условия, они не боятся ни снега, ни дождя. Жители домов разного возраста с нетерпением ждут преображения двора и отмечают, как изменился город за последнее время. Детская площадка здесь была в свое время хорошая, когда было начало. Сейчас все устарело. Конечно, нам хочется видеть свой город красивым и чтобы нам сделали здесь детский городок. Проживаем здесь уже давно, с 83-го года. Кроме вот этого мы видели все, а хочется хорошего. Сейчас 21 век, хочется видеть площадку такой, какая она должна быть на нынешний день. Хорошо, что начали это делать, все довольны. Выходили женщины все довольны, когда началось это все. Ну, у всех внуки, у кого и правнуки, все довольны. Я живу в этом доме, из моих окон виден двор, и я очень рад тому, что этот двор наконец-таки приведут в хорошее состояние. Спасибо нашей администрации за такие проекты, за их реализацию. Часто гуляю по городу и смотрю, что город, да, благоустраивается, становится более красивым, все садики делаются, все делается. То есть мне нравится этот город, замечательный. Спасибо администрации, что старается для нас, жителей. И действительно, Десногорск преобразился, он стал чище и комфортнее. Приезжих удивляет своей чистотой и ухоженностью. В ближайшее время подобное преображение двора запланировано и в первом микрорайоне возле домов 10 и 16. Вот только главное, чтобы десногорцы ценили то, что с огромным трудом для них делается.